Тюмени сегодня представители региональной власти и ресурсоснабжающих организаций Федеральной антимонопольной службы обсудили тарифы на транспортировку газа. От них напрямую зависит, сколько будет платить конечный потребитель. Стороны согласились, что цены будут формироваться по принципу «инфляция минус». Это значит, что их рост не сильно ударит по карману. При этом денег у ресурсников должно хватать и на программы собственного развития, и на инвестпроекты. Газовые компании должны зарабатывать на продаже газа, они не должны зарабатывать на стройке, они не должны брать деньги с потребителей, в том числе с социально незащищенных слоев населения. Газ должен быть подведен к дому дешево, в очень короткие сроки. Программа по газификации региона уже соответствует этим принципам и будет растиражирована по стране как лучшая практика. Она позволяет построить порядка 1000 километров газопроводов, то есть фактически 18 тысяч домохозяйств получат голубое топливо.